Сегодня мы будем вот это открывать. Всем привет! Сегодня мы открываем набор из пластилина для изготовления наших мини-кексиков. Да. Мы можем делать из нашего красивого пластилина самые разные кексики. Давай, красивые, да? Украшать их? Да. Давай посмотрим, что там у нас находится. Давай. Вот у нас набор состоит из формера для выдавливания наших кексиков. Различные насадки есть, и также декоративные элементы есть, и всякие посыпушечки красивые. Открываем? Да. Смотрим, что у нас будет получаться. Открываем. Открыли мы набор. В наборе в нашем есть вот такой формер для изготовления наших кексиков, да. Вот такие декоративные у нас элементы украшать. Сам пластилин разных форм, цветов, формочки. Вот такая. Это вот специальные формочки для декорирования. А это? Это ножичек наш, да. Начинаем? Да. Начинаем. Начинаем открывать пластилин. Держи. Какой тебе попадется? Зеленый. Можно их сложить вот в баночку. Мне белый попался. А тебе какой? Мне ничего не попалось. Держи белый. Вытаскивай в баночку, складывай. Нет. Держи. Смотри, какой розовый красивый. Такой мягкий. Итак, берем шарик из синего пластилина, вставляем в нашу формочку. Она будет основой у нас для нашего кекса. Делаем. Вставляем наш формер. Вот, вставили. Чтобы эта формочка вышла хорошо, нужно надавить. Вот она. Выходит. Хорошо. Теперь берем белый шарик из пластилина и делаем наполнитель для нашего кекса. Да. Да? Можем тоже так же через формер попробовать. Вот он вышел. И делаем вот такую вот красивую. Вот такая у нас получилась пироженка. И теперь мы будем декорировать наши пироженки. Да, Полин? Для декора у нас есть вот такие вот красивые цветочки. Корона даже есть. Вишенки. Да, где корона? Да. А также вот такая вот посыпка красивая. Корону хочу. Да, Полин, давай. Начинай декорировать. Вот мы сделали такие вот у нас красивые пироженки получились, кексики. Полина сейчас будет их украшать. Вот. Полина делает вишенку. У тебя будут фруктовые, да, кексы? Получается? Давай помогу. Ой, как красиво. Вот еще, вот еще. А вот эту еще можно сверху посыпать. Вот сюда вот так вот на ровненькую. Попробуй. Не получается? Может быть, придавливать вот так вот надо? Что-то она у нас не получается. Вот это вот. Не получается. Да. А также можно, у нас еще вот другие формочки есть. Вот такие вот сердечки можно сделать. А еще... И звездочки, да. А еще здесь ягода и пирог. Давай, украшай. И вот это делать. А мама будет делать сердечки и звездочки. Сердечки. Угу.
Так, раскатываем пластилин. Вот, делаем сердечко. Я сделал пирог. Давай, украшай. Вот сюда можно цветочек. Вот, а корона у тебя? Корона осталась. Да, давай, делай. Мам, это куда делать? Ну, куда хочешь. Помогите. Давай. Вот сюда, вот здесь у нас нету цветочка еще. Вот и все. Давай, где у нас нету? Можно вот сюда, вафельку. Где вафелька у нас? Поярче было. Еще корона осталась. Корона осталась? О, точно, можно вот сюда. У меня вот такое еще вот есть сердечко. Да. Сделай его куда-нибудь. Вот можно вот на эту пироженку. Вот у нас какие красивые пироженки получились. Кексики. Да, вот так вот с вишенкой. Давай. Вот сюда можешь поставить. Так. Вот, у нас такие красивые, аппетитные кексы получились. Молодец, Полина. Всем говорим. Всем пока, которые поняли. Пишите лайки и пишите мой канал. Пока. Пока-пока всем.